Вообще апофатический подход к богословствованию, апофатическое богословие является одним из ключевых элементов восточного представления о богословии. И нам нужно немного поговорить о некоторых обоснованиях, библейских, богословских обоснованиях, по крайней мере, то, что считает обоснованием православная церковь, такого подхода. В качестве существенного аргумента в пользу того, что богословствование не может быть просто в виде обычных утверждений, используется то, что в Писании, когда говорится о познании Бога, мы легко можем найти два ряда текстов. Есть тексты, которые говорят о том, что Бога познавать можно и о том, что Бога познавать нужно. Есть призывы к верующим познавать Бога, есть рассуждения о знании Бога. Есть другие тексты в Священном Писании, которые говорят о том, что Бог непознаваем и что, в общем-то, Богопознание невозможно и что Бога никто там не видел, никто не может видеть и так далее. В свете этого в православном богословии возникает идея, что можно говорить о двух способах, о двух типах познания. И как иллюстрация двух типов познания а сначала это было у Филона Александрийского, еще в дохристианские времена, и потом этот образ был заимствован от сами церкви. Используется история встречи Моисея с Богом. Вы помните, что Моисей несколько раз встречался с Богом. Первая встреча произошла в пустыне, в пламени горящего куста. Вторая такая особая встреча, особое общение Моисея с Богом произошло, когда он поднимался на гору, покрытую мраком. Отсюда делается следующий вывод, что две встречи с Богом описывают два типа богопознания. Познание Бога через свет или познание Бога через знание. И познание Бога во тьме, то есть познание Бога через незнание. С чем здесь важность? Понятно, что восточные люди, православные богословы, вполне способны усвоить западную идею и фактов, и логики, и рассуждения. Она не кажется им чем-то совершенно непостижимым, она им знакома, и они могут с этим оперировать. Просто когда мы говорим о восточном богослове, о восточном познании, то здесь важно понять, что для восточных богословов вот это вот познание как причастность, познание через незнание, познание через отрицание, познание через парадоксы, как я вот недавно цитировал текст, это не что-то совершенно другое, а это следующий или более глубокий или более высокий уровень знания. Первый уровень знания, знание в свете, первая встреча Моисея с Богом, преподносится, представляется как знание примитивное. Ну и этим примитивным знанием вот, протестанты обладают, да, тоже Библию читают, там, рассуждают, выводы какие-то делают. Так вот, с православной точки зрения это не все, это не самое главное, это не самоцель, это начало, потому что необходимо сделать следующий шаг, и необходимо встретиться с Богом во мраке. Сама, само разграничение вот этих двух уровней познания Бога в... В восточной литературе впервые ясно сформулировано в произведениях псевдо-Дионисия Ариапагита. Загадочнейший автор, ну точнее произведение, подписанное именем Дионисия Ариапагит. Помните, когда Павел проповедовал в Ариапаге, то некто Дионисий обратился. И вот именем Дионисия Ариапагит подписан корпус произведений, самое известное из которых о небесной иерархии. Произведения эти как-то всплывают в V веке примерно. Кто их написал, когда их написал, почему их написал, неизвестно. Поэтому в научной литературе автор называется псевдодионисий Ариапагит. Максим Исповедник популяризуют эти произведения, используя эти идеи, и потом они широко используются в Восточной Церкви, и даже потом где-то проникают и на Запад, и оказывают некоторое влияние и на западное богословие в том числе. Так вот, в этих произведениях сформулирован на ясно вот это вот разграничение подходов. Первый подход – западный, мы можем, наверное, сказать, подход, хотя он, конечно, известен на Востоку тоже, подход логики, подход рассуждений, подход утверждений называется катафатический и представлен как ну, низкий уровень богословия. Следующий подход, я термин уже употреблял, но теперь вот э, источник этого термина, Дионисия Арипагет. Э, следующий тере, уровень Познание через незнание, познание через отрицание, вот как раз называется апофатическим подходом. И поэтому богопознание с точки зрения Дионисия Репагита выглядит следующим образом. Сначала человек рассуждает о Боге ну, на основании там священного писания, предания и всего остального, рассуждает, 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 что-то формулирует, потом он понимает, что этого недостаточно, что Бог непознаваемый, Библия говорит о непознаваемости, что все его рассуждения ограничены, и тогда начинается следующий этап, когда человек начинает отрицать все, что он мог бы сказать о Боге. И говорить, Бог не вот это, Бог не вот это, Бог не вот это, он не описывает его уже. У него уже нет слов описать. Все слова для описания уже кончились. У него есть слова только отрицать. Ну или использовать какие-то оксюмороны, типа неподобное подобие. И вот через вот такие вот отрицания он движется дальше, и это более глубокое понимание Бога, да, следующий этап понимания Бога, чем через утверждения положительные. И вот когда он прошел катафатический путь, путь утверждений, когда прошел апофатический путь, путь отрицаний, в конце концов у него ничего не остается, никаких утверждений, никаких идей, ничего. И а, максимум, и потом последнее, что у него есть, это возможность некой мистической встречи с Богом. А, православное богословие, оно задумано как мистическое богословие. А, такой классический а, православный автор, ну, современный православный автор Лоский, я его упоминал, когда говорил о неопатристическом синтезе. И его книги используются часто как учебники православного богословия. Вот свою классическую книгу о мистическом богословии в Восточной церкви, как раз начиная с того, что любое подлинное богословие мистично. Если богословие не ведет к мистической встрече с Богом, это не настоящее богословие. Поэтому вот он в, 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 восточный путь: утверждения, отрицания, встречи. А, такой вот путь он не сразу возник в богословии. А, я, я не случайно я говорю вот о Дионисии Арипагите, который где-то в веке в пятом появляются его произведения, популяр, популярными становятся там а, примерно века с шестого. Так вот. До этого мы не слишком много найдем, даже у более ранних отцов в церкви таких вот ясных формулировок такого подхода. Но это не значит, что такого подхода нет вообще. На самом деле вот такой вот метод, или по крайней мере похожий метод встречается первоначально, скорее даже, не в православном богословии, вообще не в христианском богословии, а очень похожий метод рассуждения о Боге встречается у греческого философа неоплатоника Плотина. Величайший, наверное, из неоплатоников, продолжатель и тот, кто развил философию платонизма, помимо всего прочего, он как раз описывает вот этот вот путь, очищение себя, очищение своего разума от всяких идей для того, чтобы встретиться с Единым. Потому что Единый, с которым Плотин собирается встретиться в результате своих там, философских упражнений, Единство оно простое и не допускает наличия каких-то идей. И поэтому для Плотина философствование это определенное упражнение вот такого вот самоочищения, в результате которого, в конце концов, можно пережить экстаз слияния с единым. Плотин утверждал, что несколько раз в жизни ему этот экстаз слияния с единым пережить удалось. Кстати, и терминологии, и писания, и формулировки, очень похоже на описание того, как всякие индийские йоги в Нирвану впадают. И, и тот же Лоски, он вынужден в своей книге оправдываться и говорить, что вы не подумаете, что это у них там ложные боги, у нас истинные. Но, но методология в каких-то отношениях похожа. Так что методология есть за пределами христианской церкви, и похоже усваивается христианской церковью, потому как... Достаточно, ага, достаточно многие из идей, которые есть у Плотина, появляются у Оригена. Ориген современник Плотина, хотя помоложе. Существует предание, что Ориген и Плотин были знакомы, даже не просто знакомы, есть легенда, но не обязательно правда, что однажды Плотин преподавал философию, и тут в его класс зашел Ориген, Плотин замолчал и сказал, что я не могу преподавать в присутствии человека, который знает настолько больше меня, и ушел. Да. Ну, мы не знаем правда это или нет, но по крайней мере во временном отношении ореген с Плотиным могли быть знакомы, могло быть определенное влияние, поэтому идеи есть у орегена. А вообще говоря, идея есть и тоже из той же среды, из Александрийской среды, где и Ориген воспитывался. Идея есть, похоже, у Климента Александрийского. И давайте я вам прочитаю, Климент все-таки христианский автор, и описание его методологии познания Бога. Климент Александрийский описывает познание Бога так. «Исходя из какого-нибудь тела, мы производим ряд абстракций и прежде всего упраздняем его физические качества. Остается определенная протяженность. Устраняя измерение высоты, ширины и длины, мы получаем точку, занимающую известное пространственное положение, известную единицу, некую умопостигаемую монаду. Если затем мы отбросим все, что может быть свойственно существам как телесным, так и бестелесным, то мы римнемся в величие Христа. Если же от величия посредством святости перейдем к бездне, то обретем известное познание Бога Вседержителя, познавая не то, что Он есть, а то, что Он не есть. Так что вот в, в Александрии, в известном центре греческой философии, где был плотин, где был тлемент, где был ориген, вот там формулируется некая специфичная методология, которая потом будет, видимо, описана Дионисием и Пагетом, как вот разграничение катафатического и апофатического богословия, некая методология очищения себя от всяких идей, вот начиная, например, как у Климента, с идеей размеров, с идеей положения, и вдруг приводящие к познанию Бога, причем не как он есть, а как он не есть, а к отрицательному познанию Бога. Помимо их подобные методологии развиваются и понтийским, другом капудакийских отцов. Есть это Иоанна Дамускина, систематизатора восточного богословия, Потом это есть у Симеона нового богослова. И в конце концов, мы, как кульминация, как последнее богословское мысление всего этого, мы встречаем вот такое вот особое познание Бога у Григория Паламы. Потому у нас все время всплывает имя Григория Паламы, потому что он представляет собой некоторую кульминацию постепенного развития вот такого вот особого понимания Бога, в восточном богословии. Правда, здесь мы можем на минуточку остановиться и задаться вопросом. Хорошо. Вот эта вот методология мы легко можем проследить в истории, как она развивается. В зачаточном состоянии, да, где-то в третьем веке у Элемента, у Оригена. И потом далее у более поздних отцов, причем Лоский, явный поклонник этой методологии, популяризатор, утверждающий, что это и есть сердцевина православного богопознания. Он говорит о том, что методология вот ранних отцов, она содержит еще слишком много языческих элементов, слишком много элементов из греческой философии. Ее нужно было очищать, и только вот а, ко временам там, поздней Византии она была очищена и стала подлинно православной. Но тогда возникает закономерный вопрос. Хорошо, если это и есть сущность христианского богословия, то каким образом церковь, существовала первые века своей жизни без подлинного богословия как такового. Учитывая, что православие против изменений, учитывая, что православная церковь, в общем-то, всегда настаивает, что вера изначально в полноте была передана церкви, никакого развития не было нужно, здесь вот есть некоторое напряжение. С одной стороны, вроде бы церковь изначально все имела, с другой стороны, церковь тысячу лет отшлифовывала какую-то особую методологию, которая есть в богопознании. Образовательный ресурс в видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. И последнее замечание об апофатическом богословии. Апофатизм недоизвестен не только Востоку, а апофатизм отчасти известен и Западу. Я уже говорил, что то, те же арипагитики, Дионисия, и арипагит, они а, 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 были известны в том числе и западным богословам. Но на Западе апофатизм, он предстал чуть-чуть в другом виде. И, в общем-то, даже с нашей точки, протестантской точки зрения, здесь будет определенное зерно разумности. Мы должны понять, что Бог — это не человек. И мы должны понять, что наши рассуждения и наши мысли о Боге обладают определенной ограниченностью. И поэтому, например, у даже западных авторов есть эта идея, когда мы говорим, Бог есть любовь, и это правда. Но это не обязательно такая любовь, какую я, как человек, со своей испорченностью себе представил. А западный апофатизм – это некая дополнительная оговорка к атофатическим утверждениям, говорящая, да, утверждение истина, но я, я, как человек или мой человеческий язык, обладает ограниченностью, и поэтому я с осторожностью должен такими утверждениями пользоваться. Поэтому западный апофатизм это просто некая осторожность, некое дополнение, некое напоминание о том, что Бог это не просто человек, только во много раз увеличенный, а Бог это все-таки, если можно так выразиться, существо совсем иного порядка. А Бога мы не получим, увеличив человеческие вещи, человеческие качества просто во много или просто в просто бесконечное число раз. Есть качественная разница. И это важно понимать. И здесь вот апофатическое напоминание хорошо срабатывает. И на самом деле некоторые апофатические формулировки и других вещей используются замечательно не только восточной, но и западной церковью. Например, когда мы говорим о Христе, о том, что во Христе две природы, божественная и человеческая, то что Запад, что Восток замечательно используют халкидонское вероопределение что две природы во Христе существуют не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Слушайтесь. Не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Ты да как существует природа во Христе? Как это описать? Ну как, не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Все. И здесь мы должны остановиться, потому что дальше мы ничего сформулировать на самом-то деле и не можем. Поэтому как некое ограничение, отделение истины и лжи, понимание своей ограниченности, апофатизма – хорошая идея. А вопрос лишь в том, должны ли мы апофатизм довести до состояния мистики, до очищения ума и всего остального от всевозможных идей, чтобы не ринуться в некую бездну божества и вот так вот мистически все это познать. То есть Обязательно ли апофатизм должен закончиться э, византийским опытом или нет? Протестанты ответят не обязательно, православные пошли по этому пути. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии.